Как заработать на британском фунте стерлингов, а также на других валютах, обсудим в этом выпуске. Я даю точный сигнал на входы в прибыльные сделки, которые показываю на графике. А также, если вы любите алгоритмическую торговлю, то я предоставляю своего торгового робота, особенно клиентам компании AMarkets, бесплатно. Поэтому переходите по ссылке в описании на мой канал. И на моем канале, на любом, под любым роликом, есть ссылка на мой Telegram. Пишите мне, я расскажу, как его получить бесплатно. Итак, начнем с британского фунта. Почему именно с британского фунта? На этой неделе будут новости по количеству пособий по безработице и планируется увеличение с минусового значения на плюсовое. Это очень важно. Поэтому досмотрите до конца, обязательно обсудим в конце эту новость. Ну а сейчас давайте посмотрим график тоже британского фунта, какие здесь есть интересные точки входа. На H4 видно, что есть линия поддержки, а также есть линия сопротивления, которая стала зеркальной линией поддержки. Давайте рассмотрим их поближе. На графике H1 видно, что цена только что отбилась от линии поддержки, хорошо себя отработала. Смотрите, больше 160 пунктов, это очень хороший сигнал был. Ну теперь он уже отработан, теперь давайте посмотрим, что будет дальше. Если цена пойдет вниз дальше, то здесь есть зеркальный уровень поддержки, от него можно покупать, зарабатывать на росте. Это в районе цены пока что 1.2340. А также есть вот такой еще прогноз: если цена пробьет, а потом вернется к этой линии, которую пробьет, то это будет зеркальная линия сопротивления. От нее можно будет продавать, зарабатывать на снижении. Также имейте в виду, если цена подойдет к линии поддержки и вы решитесь покупать британский фунт, а в это время выйдет новость, а новость скорее всего будет негативная, то лучше в это время не покупать, не продавать, а воздержаться от сделки. Имейте это в виду. Очень часто даже не начинающие трейдеры допускает эти ошибки и теряет деньги на простых вещах. О них я рассказываю на своем базовом курсе для начинающих с нуля. Обязательно проходите мой курс, переходите на мой канал и по ссылке под любым видео ознакомьтесь с программой курса, скачивайте на почту его бесплатно. Идем дальше. Евро-доллар движется к линии Fibonacci 61.8, это на долгосрок. Здесь в районе цены 1.1274 можно ожидать коррекцию вниз и зарабатывать на снижение. Сейчас же вот на H4 видно линию поддержки. Если цена дойдет до этой линии, то можно будет покупать, зарабатывать на росте. Это в районе цены 1.0893. Новозеландский доллар имеет вот такую вот картину. Резкие движения начались, но однако не так уж и далеко он выходит за рамки своего бокового тренда. И, кстати говоря, в боковом тренде именно лучше всего использовать моего торгового робота. Его можно запускать одновременно в режиме buy sell, и куда бы цена ни ходила, он будет собирать прибыль. Ну, естественно, нужно риски учитывать и выставлять ограничения на просадку. Если вы торгуете вручную, то от линии сопротивления, вот это вот, здесь вот, где я обозначил бирюзовым прямоугольником, отсюда можно будет продавать и зарабатывать на снижение. Это в районе цены 0.6280. Австралийский доллар, похожая картина, тоже боковой тренд. Если цена дойдет до линии поддержки, то можно будет покупать и зарабатывать на росте. Это в районе цены 0.6641. Идем дальше. Канадский доллар к швейцарскому франку. Вот такая вот картина. Есть и линия поддержки, и линия сопротивления. Если цена вернется к линии поддержки, то от нее можно будет покупать и зарабатывать на росте. Но надо будет подождать, пока сигнал станет сильнее. О том, кстати, как отличать сильные сигналы и слабые, я рассказываю на своем профессиональном курсе. Если вам интересно зарабатывать с большей вероятностью и быть уверенным в сделках, обязательно приходите ко мне на профессиональный курс, на профессиональное менторство. В свободное время я обучаю торговле. Если цена пойдет вверх, то здесь ее ждет линия сопротивления. Отсюда можно будет продавать, зарабатывать на снижение. Это в районе цены 0.6807. Ну и также еще выше есть линия, я давно ее уже рисую. Ждем, когда цена придет. 0.6886 цена. Оттуда можно также продавать и зарабатывать на снижение. Вот такие сигналы на эту неделю. Теперь давайте посмотрим экономические новости и в частности про британский фунт. В понедельник особых новостей нет, а вот во вторник будет новость по ВВП по Китаю. Будет увеличение ВВП. Если вы торгуете у брокера, где есть китайский юань, то можно ожидать краткосрочного роста. И вот в 9 часов будет новость по Британии. Здесь будут две новости. Это уровень заработной платы и изменение числа заявок на пособие по безработице. Как мы видим, оно растет, то есть увеличивается с минусового значения на плюсовое. А значит, это негативная новость. Если она подтвердится, то можем ожидать краткосрочное снижение британского фунта по отношению к другим валютам, ну в частности к доллару. Так что имейте это в виду. Чуть позже будет базовый индекс потребительских цен. Это данные по инфляции в Канаде. Тоже на него стоит обратить внимание. Здесь направленное движение ждать не стоит, но увеличение волатильности возможно. Также данные по инфляции Британии и еврозоны в среду. Также стоит обратить на них внимание. И такая же новость в четверг по Новой Зеландии. В 15.30 в четверг будет новость число первичных заявок на получение пособий по безработице. Тоже важная новость. Но изменения здесь, смотрите, здесь
небольшое. Поэтому, скорее всего, каких-то сильных движений ожидать не стоит. Ну и все, в пятницу особых новостей нет. Вот такие новости и сигналы на эту неделю. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я оповещаю всех о новостях, на которых сам зарабатываю, и вы тоже. Поэтому не пропускайте. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.